способен остановить время, чтобы показать людям уникальные моменты жизни. Пущино открылась персональная выставка фотографа Андрея Михайлина «Осенний марафон» нашего коллеги. Андрей – оператор телекомпании УТВ «Серпухов». О ярких красках его работ в сюжете Анастасии Панферовой. За окном царит холодная зима, но в стенах кинозала «Молодость» ожили осенние пейзажи одного из самых великолепных городов мира – Санкт-Петербурга. Вот уже несколько лет по традиции в конце февраля Андрей Михайлин представляет свою персональную выставку фотографий. Это его третий проект о северной столице, где он побывал более 200 раз. Петербург и его окрестности – бесконечный источник вдохновения. В Петергофе мне очень повезло, потому что в октябре закрываются фонтаны. Вот, когда закрываются фонтаны, вход в Нижний парк становится бесплатным. Вот. Но при этом там все работает и нету туристов вообще. И ты можешь вот буквально наедине с собой общаться вот с этой красотой. То есть тебе хочется замереть и смотреть на это, любоваться. И, естественно, мне как фотографу хочется этим поделиться. И вот, собственно говоря, для этого это все и снималось. Вообще, я снимаю для людей. На предыдущие проекты уходили годы, но в этот раз был настоящий марафон. Андрей за неделю создал уникальные фотографии осеннего Петербурга. На фото даже холодные каменные стены домов как будто хотят выглядеть чуть ярче в солнечном свете. Улочки, дворы, музыканты, поля, пейзажи, Петергофа, утки, железнодорожные переезды. Всего 42 работы. Жители мне часто говорят: нам зимой снега достаточно, покажите нам что-нибудь другое. И тут как раз получилось замечательное бинго, когда в этот раз Андрей предложил свой осенний марафон. И я очень рада, потому что действительно нам уже не хватает разных цветов, а на этой выставке много цвета. Любовь к фотографиям с самого детства. Первый фотоаппарат подарили родители. Еще в старших классах Андрей начал посещать фотокружок. Сейчас работает оператором на нашем телеканале ОТВ «Серпухов». Вся жизнь за кадром. Андрей умеет улавливать те моменты, которые часто ускользают среди повседневных забот. На открытии его персональной выставки собрались друзья, коллеги и семья. Несмотря на то, что Петербург часто бывает такой дождливый, хмурый, здесь много ярких красок, солнца, тепла. Эта выставка мне понравилась тем, что я был в Питере, вот, и он как бы моими глазами увидел то, что когда-то видел я. Андрей берет такие ракурсы, которые я не догадался бы взять. Я это вижу, что он смотрит более широко. Для создания еще более уютной атмосферы на открытии всех ждала живая музыка, песни под гитару от Сергея Дамберга. Сама выставка пройдет до 3 апреля в кинозале «Молодость», и посетить ее может любой желающий.